Помоги, начинаем. Открываем. Так, итак, у нас ежевика, две лайм. Две минуты на подготовку. Ежевика, лайм. Розмарин. Конфитюр, апельсины, мандарина. Это берем. Питмол не берем. Молочко не берем. Гринмилк. Команда отказывается от молока. Берем кардамон. Бальзамический соус, крем. Сироп. У команды ежевика. Есть бальзамический уксус. Если это мой самый любимый ингредиент в авторских напитках. Бальзамик? Точно так. Давайте возьмем. Значит, мы точно берем сироп, точно берем ежевику, лайм, розмарин, кардамон. И у нас есть конфитюр. Апельсины и мандарины. Берем бальзамик. У вас есть минута на выбор. Берем, не берем. Как думаете? Сомнения по поводу конфитюра. Кардамон берем. У нас есть лайма для кислотности. Я не думаю, что стоит его брать. Не берем, да? Не берем. Ребята уже выбрали ежевику, выбрали лайм, выбрали бальзамический крем-соус, крем-уксус. Все. Отлично. Итак, у них сироп, лайм, ежевика, бальзамический уксус. У них 30 секунд, чтобы решить, кто что будет делать. Ну что ж, я на эспрессо. Я поговорю с судьями и посмотрю свою карточку. Да. Пока что нельзя начинать. Ой, как извините. У вас есть 15 секунд. Все. Так, ну все. Из розмарина. Аня, тебе нужна помощь перенести все на бэк? Лайм для кислотности. Я перенесу. Хорошо. Ежевика соус. Сироп отлично подойдет. Через 5 секунд начинается ваше шоу. И поехали. Можно музыку, пожалуйста? Здравствуйте, дорогие судьи. С вами на связи команда кофейни «Черная дыра». Сегодня я, Вера, Аня и Андрей отправимся с вами в космическое путешествие до нашей кофейни. И для этого нам даже не понадобится телепорт. Ведь атмосфера кофейни напрямую зависит от работающих в ней бариста. А я уберу свою прекрасную карточку в кармашек. С чего же начинается приветствие гостей в кофейне? Конечно, с предложенного заботливо стакана воды. Один для вас. Пожалуйста, насладитесь нашей прекрасной музыкой, непринужденной атмосферой и наивкуснейшими напитками. С чего же начинается первое впечатление от кофейни? Конечно же, с самого вкусного и космического эспрессо. За штурвалом кофемашины у нас сегодня работает Андрей. Он и приготовит для вас тот самый вкусный эспрессо. Зерно мы будем использовать, которое нам любезно предоставили спонсоры. Это Колумбия ла Вилла Каларка. Ферма Эль Пласер находится на высоте 1750 метров в городе Каларка, в регионе Киндио. На данный момент ее владельцем является фермер Себастьян Рамирес, который однажды решил, что будет выращивать только кофе для спешлти индустрии самого лучшего качества. Таким является наш лот той самой Колумбии. Этот лот, который обрабатывается горячим анаэробным способом. Перед ферментацией ягоды промывают в растворе хлора и соли для полного очищения и удаления лишних бактерий. Затем кофе пакуют в пластиковые пакеты, плотно закрывают и отправляют сушиться под солнцем на 4 дня. Далее зерно дополнительно промывают и перебирают. И также отправляют на сушку в теплице на 18-20 дней. А сейчас, уважаемые судьи, вы можете сделать пару глотков воды для освежения ваших рецепторов. И мы с вами запишем рецепт нашего великолепного эспрессо. На входе мы использовали 18 грамм кофе. 18,5, извиняюсь. Экстракция длилась 25 секунд. А на выходе мы получили 37 грамм готового напитка. Такие маленькие пропорции были использованы для того, чтобы получить более округлое тело для нашего напитка. Во вкусе вас встретит сладкий спелый персик, красный апельсин и вишня. Послевкусие будет долгим, с приятными нотами алкоголя и корицы.
а тело будет округлым, обволакивающим и гладким. Андрей, ты готов подать нашим судьям уже эспрессо? Еще чуть-чуть совсем. Давайте мы подождем, пока Андрей, узнаем, как дела у Ани. Анечка, как твои дела? А у меня все хорошо. Я сейчас варю ежевичный соус и делаю настойку из розмарина. А ты можешь прокомментировать, что нам это даст во вкусе нашего авторского напитка? Да, конечно. Лайм обязательно подчеркнет кислотность. Розмарин даст пряные ноты. И вишневый, и ежевичный соус даст сладость. Я чуть подробнее расскажу попозже. Угу. Давай помогу тебе. Ты можешь заняться приготовлением для молочных напитков эспрессо, а я отдам. Уважаемые судьи, можете еще раз выпить водички для полнейшего очищения, чтобы для вас полностью раскрылся наш космический эспрессо. Пожалуйста, и один для вас. Вы можете перемешать наш эспрессо 3 раза ложкой от края до края и насладиться им полностью. Приятного. Мне нужны будут весы. Ты сможешь мне чуть позже одолжить? Весы мне нужны будут. Ты сможешь мне чуть позже одолжить какие-то из них? Возьми, пожалуйста. Спасибо, Андрей. Сейчас мы будем готовить наш классический молочный напиток. Это будет капучино. Чашечки мы используем, представленные нами спонсором. Это Акме, 300 мл объема. Молока мы налили 190 грамм. Также молочка от спонсоров. Это Питмол, ультрапастеризованный, жирностью 3,2% для эспрессо. О, извиняюсь, для капучино. Немножко путаются слова. А сейчас Андрей мне готовит кофе, чтобы дальше я смогла нарисовать вам прекрасный рисунок. И он расскажет вам рецептуру, которую он сейчас использует. Но нужно будет чуть-чуть подождать. Лера, можно, пожалуйста, весы? Да, ты можешь забрать весы. Я могу забрать у вас чашечки. Вашу могу забрать. Так, дела у Андрея близятся к рассказу об эспрессо и рецепте на молочный. Я пока побуду с вами. Вы вообще были когда-нибудь в космосе? А вчера? Да ты что? Мне кажется, сегодня мы тоже должны вас туда свозить, потому что наша кофейня полностью передает вообще всю эту космическую тематику. И как по мне, наверное, это вообще невероятное просто путешествие, когда ты можешь просто приехать в Красноярск и сходить в нашу кофейню выпить кофе, но при этом попасть в самый настоящий космос. Но главное, будьте осторожны, вас может черную дыру немножко затянуть, она находится прямо на нашей стене. Это безопасно, но не всегда. Андрей, ты готов? Ага, последний. Да. Ты мне можешь сказать, насколько да, выключить? Да, остановишься на 27 секунде. 26, да? 26. Хорошо. Андрей, я, наверное, пожалуйста, попрошу тебя помочь мне открыть сироп. Вот этот. Либо когда освободишься. Открыть? Да. Все, я думаю, я дальше справлюсь. Спасибо большое. Можешь рассказывать судьям. Ощущение от посещения кофе, кофейни не останется. Блин. Уважаемые судьи, ощущение от посещения кофейни не останется полным, если вы не попробуете молочный напиток.
потому что чаще всего заказывают гости именно капучино. И в своем рецепте мы решили раскрыть именно тот, который предпочитают наши гости. В нашем рецепте мы используем такой же вес, как и для эспрессо, 18,5 грамм на входе. На выходе у нас получится 39 грамм эспрессо. Экстракция длится 26 секунд. Мы использовали 190 мл ультрапастеризованного молока от наших спонсоров. Это питмол для капучино жирности 3,2%. Уважаемые судьи, пожалуйста, для вас. Запишите описание нашего напитка. Во вкусе вы почувствуете сливочную булочку с корицей. Аня, напомни мне, пожалуйста. Уважаемые судьи, во вкусе вы почувствуете сливочную булочку с корицей, жареный кешью и домашнюю карамель. А на послевкусии вас встретит темный шоколад. Тело будет мягким, обволакивающим. Наш напиток окутает вас полностью, погрузит в домашнюю атмосферу. Чем я тебе могу помочь? Пожалуйста, на три края бокалов цедры и лайма. Пока что я отдала только двум нашим замечательным судьям прекрасный капучино. Вы спросите, почему, наверное, я нарисовала морского конька, верно? Кто вчера смотрел нашу прекрасную презентацию, возможно, слышал информацию о том, что я космический рейнджер. И я этого не отрицаю. И я иду по своему космическому пути. И наши гости очень часто приходят к нам в кофейню, чтобы увидеть моих замечательных морских коньков. Поэтому, наверное, я и решила нарисовать их для вас. Попробуй по балансу. Я немножечко добавила розмарина. Нам сейчас нужно это остудить во льду. Пожалуйста, можешь насыпать лед и остудить напиток. Цедра натер, да? Все супер. И последний, космический морской конёчек. Он и космический, и морской одновременно. Он для вас. Наслаждайтесь. Ребята, я освободилась, и я могу, в принципе, вам помочь, если моя помощь нужна. Да, нужно засервировать напитки, положить в каждый по кусочку льда, налить наш напиток. Цедры уже натерли. И можно украсить розмарином. А я с судьями поговорю. Ой. Уважаемые судьи, теперь с вами я. Когда я увидела ингредиенты для нашего авторского напитка, я сразу придумала его историю. Наш напиток будет называться Voyager 1. Это космический зонд, который летает по просторам галактики. И на его борту находится пластинка золотая, где находится основная информация о местоположении нашей Земли. Там находятся приветствия на разных языках, изображения, фотографии. И все это дает возможность инопланетным цивилизациям получить полное представление о нашей Земле. Подобно кофейне. Вы не составите полное впечатление, пока не попробуете эспрессо, сердце и душу кофейни. Молочный напиток — это тепло и уют. И авторский напиток — это эксперимент. Все это нам напомнило золотую пластинку Voyager. Расскажу про авторский напиток. Я использовала ежевику, сварила соус с тростниковым сахаром и водой. Это подчеркнет ягодные ноты нашего напитка. Сделала настойку из розмарина и кардамона, что придаст пряности. Далее выжила сок лайма. Это кислотность. Натерла бокалы цедрой лайма.
и украсим мы все это розмарином. Уважаемые судьи, мы почти готовы представить вам наш напиток. Сейчас ребята заканчивают. Расскажу, наверное, чем он раскроется во вкусе. Все это вместе с кофе, я напомню, использовала двойное эспрессо, придало сочности нашему напитку. И во вкусе мы получили вишневый сок, спелую сливу, пряные специи. Подождите, пока еще не подаем, ребята. Подожди, пока рано. Аня, да рассказывай. И на послевкусии вас встретит гранат. Вы все успели записать, все успели попробовать? Давайте мы вам нальем еще водички, потому что мы готовимся к подаче нашего авторского напитка, а она будет очень интересной. Можно могу забрать вашу чашку? Вниз. Могу забрать вашу чашечку? Ребята, у нас осталась одна минута. А у нас все отлично. А давайте попробуем напиток по балансу. Давай. У нас что-то осталось? Оно. Супер. Да, конечно. Разбираем напитки. Уважаемый звукорежиссер, я попрошу вас сделать нашу музыку погромче. Можно еще даже громче? Можно еще громче. Уважаемые судьи, мы были очень рады быть с вами, и мы надеемся, что мы вам понравились, и поэтому наш напиток для вас. Аплодисменты!